Озеро Ворожське, Чорна Тиса, гора Близниця, СМТ Ясеняк, Васа. Ну це ж 15 кілометрів бездорожжя. Ну тут же должен быть где-то этот водопад. Тут? Ну в Квасах, между Ясенями и Квасами. Только что мы проехали поворот на Драгобрат, посовещались там с мужиками, говорят, очень плохая дорога, мы решили туда не подниматься. Ну и что, подумаешь, еще одной горой больше, горой меньше, они тут все, в принципе, одинаковые. Внизу протекает речка Тиса. Чорна Тиса, да. Жалко, что за кустами не видно. Можно встать? Можно встать. Давай встанем, посмотрим. Такой симпатичный палисадничек у хозяюшки. Флоксы и покровка одного цвета. Здесь везде цветут вот такие цветы. Они уже отцветают, но еще видно, что какие они симпатичненькие, яркие. И они очень сильно пахнут. Приятно-приятно. А вот там речка. Что же это цветет такое интересное? Все очень обмелевшее. Воды мало. А, вот он, водопад. Стоим. Мы когда-то здесь приезжали зимой, когда ехали на Буковель. Мы решили, что сюда мы вернемся когда-нибудь летом обязательно. И вот наши планы сбылись. Еще один водопад в нашу коллекцию. Водопад Труфанець по-украински. Труфанець. Он под самой дорогой находится. Водопад Труфанець. Высота 36 метров, пятиступенчатый. Вот там еще с самого верха видно, что он пробивается аж еще выше. Нам так везет, вечно мы на какой-то водопад только зайдем, и сразу куча людей подъезжает в каком-нибудь автобусе. Встанем, наберем водички в родничке. Так, ты там не выходит. Просто дороги Закарпатья. И везде стоит рядом. Сначала церковь православная, а потом костел. Вот сижу я и думаю, вот скоро наступит такое время, когда мы уже изъездим все наши украинские Карпаты.
куда мы дальше будем ездить? А? В Румынские? Будем изучать румынские Карпаты? Юр, чё молчишь? Юрка молчит. Ничего, его скоро потянем куда-нибудь поехать, а потом выяснится, что мы все уже видели. Въехали мы в такой городок, который называется Рахов. Пока не знаю, что в этом Рахове интересного, но так как я веду дневник нашего путешествия, то я обязана отчитаться, что мы здесь были. Мы решили выйти в Рахове, немножко пройтись. Вот эта центральная площадь, судя по всему. Церковь и рядом костел. Как и везде на Западной Украине. Город выстроен на двух берегах, по обеим берегам Тисы, и везде вот такие мостики соединяют оба берега. Вот так. Я уже начинаю привыкать к этим шатающимся мостикам. И не так судорожно цепляюсь за перила. Здесь сегодня какой-то фестиваль проходит. Очень много людей нарядных в вышиванках народных. И женщины, и мужчины, и дети. Мы проехали географический центр Европы. И, кроме того, это самое близкое место к границе с Румынией, буквально два шага. Там еще даже стоят пограничники. У них там контрольный пропускной пункт наблюдают. Так что это, походу, самая западная часть нашего путешествия. Я вот совсем вдоль границы, вот колючая проволока, и за этим забором уже Румыния. Притормози немножко, не видно же проволоку. Речка, за речкой, да, там речка, нейтральная полоса, и на той стороне уже Румыния, вот проволока. Да, такое село с такими домами, проезжаем. И вот тут все вот такие дома, это не просто там какое-то отдельное здание стоит, они такие все подряд, ай-яй-яй, что делается, вот это да. И они какие-то все нежилые здесь. Да, они все нежилые, только строят. Только строят, да. Цыганская. Точно какая-то цыганская архитектура. Ворота из нержавеющей стали. Да, тут просто какой-то крейзи архитектор. Жесть. А как это село называется? Саян? Саяны. Саяны? Да. Строили. Кто будет жить в таких огромных домах? И такое чувство, что они нежилые какие-то. Ворота из нержавейки скованы.
решили в Хуст не заезжать. Мы заехали в Вилятино. Здесь термальные воды, термальные бассейны. И вот мы сейчас выкупались вот здесь. И решили завтра утром еще раз пойти. Так хорошо сняла усталость после длинной поездки. И мы решили тут остаться и завтра сходить еще раз. А потом будет видно. Завтра поснимаю внутри. А вот здесь мы сейчас вкусненько поужинаем. На веранде. И на этом закончится сегодняшний день наших путешествий. День, можно сказать, который мы назовем условно день отклонений, незапланированных и спонтанных отклонений от маршрутов. А вот Вилятино стало нашим сегодня еще одним отклонением вместе с Буковелем. Всем пока-пока! Вот такая тут спокойная, расслабленная, курортная обстановка. Люди ужинают, накупавшись в горячих термальных источниках, проголодавшиеся, и мы сейчас тоже будем.